пожалуйста, вот эфир с негатива. Белым кругом, вот ты уже руки поросли бы нормально. Хоть кого-то из дома, они должны расти нормально. Ну, извините, Зиночка, если мы с тобой без руки родились, что делать? Я, кстати, торт делаю. Говорю, давай, выходи в эфир. И нужно сделать следующее. Нужно вот так вот вылепить вот такой херней внутрь. Это тоже у меня очень не очень получается. Не знаю, зачем это нужно так делать. Мне тоже это непонятно. Ну, короче, делаем. Опа! Сделали. Офигенно. У меня есть какая-то штука. Call from Boston, USA. Вот. Love you. Thank you. Я так не по-русски еще не выучила, и Ангелина тоже не She feel happy, but she don't speak English, and what more. Now we're cooking. We're now cooking tasty cake. Так. It's cracker. It's cracker. Сейчас, подожди, я еще тут пишу. Просто вываливаем печеньки в тарелку. Одно видео готово. Будет вкусняшка, говорит. Короче, вот так вот, видишь? Я уже все показал, дорогая. Это будет охерительно. Бля, а что меня так мажут-то? Это просто кошмар. Ну, дождь, говорят, будет. Да дождю. Какого дождю? Я сейчас умру. А ты что? Ты что, ты под чем? Под суши? Я с Ниги пообщалась. С животными, когда пообщаешься, мам, сразу тебе так... А со мной что, нет? Пообщаешься. Ты херовое животное, мам. Зато я хороший человек. Название, спрашивают, у тортика есть? Не знаю, сейчас, давайте придумать. Пишите название тортику, я как раз буду, когда выставлять рецепт, напишу название ваше. Банановый Джошуа. Джошуа, банановый Джошуа. Банановый, да? Джошуа, это какой-то... Банановый Джошуа. Афроамериканец, 190 сантиметров роста, такой, знаешь, такой... О, говори! Такой в белых хоковых штанах и сомбреро такой. Без который... трусов, да? Чтобы у него так, ну, белых ты его, хлопковых. Подходит и говорит тебе, РНР. Что да, РНР? Снимай репетузы сразу, какая РНР, блядь. Девочка моя. А тут я такой, нет, говорю. Давай, гуляй отсюда, мохито, она моя навсегда. После 99 лет к ней подходи. Прикиньте, он сказал, только после 99 лет у нее можно будет. А ты туда этого хотела, что ли? При живом-то муже? Мам, блин, понимаешь? Надо готовить торт. Да. Ну, это правильно. Так, о, Мася, я твою плешку показываю. Плешинку? Да. А ты меня все время в таких ратовсах показываешь, что можно умереть просто. Так, даже... Так. Поехали. Дальше в отдельную тарелочку выгребаем всю сметану, которая у вас есть. У меня, ну, я тут покупала, нашлась у меня тут, ну, чуть-чуть больше вот такой банки. Так, так, так. Бананася. Бананася? Да. А, бананася, кстати. Тортик Ирене. Ну, бананася нет, нормально, да. Бананасина нормально. Бананасина, мне понравилось. А, Рыбкина, сейчас что готовим? Сметану готовим. Мася, у тебя там точно нормальная сметана? Да. Вот я ж нюхаю. Все нормально. Так. А кто торт-то будет есть? Да, все отлично, офигительная сметана. А торт-то кто будет есть? В смысле, кто? Я утром. Подожди, как? А, ну его ладно. Его только утром можно есть, он же должен пропитаться, поэтому он только другой. Ну ладно. Сметана Брест-Литовская из моего города, да, раньше любили, когда ели молочку, да и сейчас время от времени покупаем. Так. Так. Верти неплохая. Ой, нет, смотри, а, так а вот видишь, это явно не я. Ой, так. Я забыла сториз записать. Какой? Про то, что... У тебя прямой эфир? А, не, поставил, все сделала. Все. Люблю вас. Белорусы такая сгущеночка, кстати. Да, у белорусов в этом плане все хорошо. Белорусы, они знают толком. Вот, у них просто осталось еще нормальное сельское хозяйство. У них остались живые коровы. Так, ну чего? Затем берем сгущеночку, добавляем ее вот сюда вот. Вот сюда вот, прям сметану, и взбиваем все миксером. Эй, эй, эй. Что с подмыхунцами своим? Ну, мам. Бананина Альбертина. Бананина. Hello, I'm Turkey. Hello, Turkey. We was in Turkey and have good vacation.
Я сейчас девчонкам своим рассказывал. Торт Масяничка. Что ты рассказывала? Про девчонки тоже захотели. Куда делись старые Мася и Саша? Какие старые? Какие старые? Мы, во-первых, никогда старыми не были, а во-вторых, мы всегда в движении. Так. Все. Торт Кончита. Папа ты или сам Кончита? Так это девчонки написали, а не я, что ты? Живые коровы. Так да, живые коровы. У нас же, смотрите, у нас живые. В Представительском Союзе было 65 миллионов коров. Сейчас у нас 8 миллионов коров, а молочкой все прямо давится. И так не бывает. В Беларуси это так и осталось. До сих пор много-много коровок. И теперь сбиваем это все. Рецепт в личку отправить? Вы можете рецепт прочитать в массе на страничке или делать его вот вместе с нами прямо по видео. Я кулаку сбила. Ой, я не ту тарелку как бы взяла, ну ладно. My idol. It will test, exactly. Смотрите. Клёво. Понеслась. Мама, она у меня вываливается, я неправильную взяла. А мозг у тебя хватает сделать? Знаешь, смотри, смотри, вот просто сделать вот так вот, и ну все. Ну давай. Все? Мам, смотри, сколько вылилось. Ну так потому, что ты читуанин, понимаешь? Мама, ты читуанин. Я хотела, чтобы красиво было. Батуми, привет! Про Доминикану мы зимой летим, как с погодой там зимой. Великолепно, когда у нас зима, у них лето. Белорусы вам помогут. Ну, мы даже и не сомневаемся. Так. Так. Название блюда «Расти жопа большая красивая». Произошло у меня оказия, не та тарелка была. Ну оставь, ничего. Оставь. Так, переходим к бананам, нарезаем их меленько. Бася, банан Мася. Так, сейчас мы возьмем вот так. У нас будет нормально. Ой, Мася, у меня тут минус 30 килограмм, а ты тортики готовишь вкусные. Это же прекрасно. Название блюда «Расти жопа большая и красивая». Банановый секс. Не, мне банан... Как она, банася? Каждой бабе по белорусу. Лозунг. В Красноярске мы еще не были. Минск, привет, дорогие. Магнитогорск. Банановый пан. Ну, может быть, да. Как мне сказали про... Мне понравилась бананася. Бананася? Да. Ты сама сможешь сделать все нормально? А что, я вообще, что ли, без... Ну да, судя по тому, как ты чистишь банан, видно, что ты безрукая. Сама-то такая. Ну это уже ясно все. Давай, мой маленький толстожопик, работай. Не, нормально, ты толстожопик у меня. Сейчас кому-то... И все. И все? И не будет тебе. Хот-дога? Это тебе не будет хот-дога. Да, мне так грустно будет. Ну а теперь переходим к бананам. Нарезаем их мелко-мелко. И добавим это все к печенькам. Казань, Липецк, Краснодар, все передают приветы. Нет, мы там еще нигде не были. Я родом из Беларуси, жил в Турции. Да, такое было. Мы когда в Турции были, в Стамбуле, встречались много с девчонками. Если нужно мелко нарезать банан, попробуйте вилку мять. Я так делаю, да. Нет, а у меня должно быть вот такими вот колечками. Я еще вот так вот, конечно, пробегусь еще. Зачем? Нормально колечками. Ну что ты делаешь? Ты готовить не умеешь. Я бы сейчас приготовил это креативно, нормально. Не надо мне вашего. Я бы добавил бы сюда еще кориандр, и было бы круто. Я тут, подожди, обгадила все, у меня это вино сейчас просто. А это сразу сырцетку. Не переживайте. Давай. Сейчас обожди. Что ты бегаешь? Мама, генерируйте меня, мама. Ну ты умеешь готовить, нет? Мама, я охерительно готовлю. Офигительно, офигительно готовлю я, а ты всего лишь так, чужие теперь рецепты тыришь. Теперь к печенькам мы отправляем вот так. Банан. Банан мы отправили. Саша добавил сюда еще красные икры и васаби. Не-не-не-не. Я уже понял, что, допустим, очень прикольно класть инжир. В этом случае он дает очень большую сладость. И она абсолютно натуральная. Байка, Урал, привет-привет-привет. Так. Так, ну давай. Так приподними угол-то опять. Ну что, что-то можно же рассказывать-то тебе. Крошка шоколада сверху, и будешь банановый рай. Банановый масюнди. В
Ростове Великом не на Дону мы не были. Эфир сохраним, конечно же. Маська записывает, так что ждите, все будет там у вас красиво. Давай. Давай, девочка моя, заливай, заливай. Теперь мы усякиваем и убираем до утра в холодильник. А есть, как же. Завтра. Яблочко туда натереть. Опа. Что думаешь? Шоколада потереть. Вам не надо, вот этого не надо ничего. Сейчас. Так. Печенье крекером. Банана мне. Банана мне? Да. Смотрите, теперь мы вот так перемусякиваем. Вот так перемусякиваем. А, слушай, я понял, да. Вот так. Немножко желательно на голову, говорят. Короче, я экспериментирую. Ой, она экспериментирует. Видали экспериментатора? Все, перемешали. Сейчас я это все закрою пленкой. И оставлю это до утра в холодильнике. А утром мы узнаем, что за херня у меня получилась. Давай, ну всем будет интересно. А что ты делаешь? Вот это и закрывай. Нет, а я ее не закрою, видишь, у меня не получится. Ой, блин. За тобой наблюдаю. Привет, поварята. Концерт мастер в Петербурге еще будет. Будет и не только в Питере. Тюмень, Владивосток, всем привет. Сейчас мы как раз готовим. Мать, нам Лешка там пишет. Ну все тогда, друзья мои. Завтра утром посмотрим, что у меня получилось на завтраке с Масей. Я сейчас это все закрою. Опять так. Она это, вот понимаете, вот это дрочево у нее вечно, понимаешь? Как? Ну. Жги. Давай. До сих пор все удивляются, как я смогла спеть эту песню с таким голосом. Вы не представляете, я конкуренция Шнуру. У меня вообще такая мечта с ним спеть дуэтом. Я думаю, что у нас круто все получится. Да, Серега нас как раз смотрит. Прямо сейчас? Да, как найти Масину песню, по каким он псевдонимам поет. Мася Шпак, так да. И есть. Прям забиваете в iTunes, ВКонтакте, везде все мои песни. В Ютубе и все. Все, со всеми прощаемся. Знаете, честно говоря, мне кажется, это какая-то порнография получится. Все. Круто будет все, не ссы. Жишка.